Снова Марк, и вот мое лицо снова, но я буду без лица сейчас. Но спасибо всем. И это Виллиус. Вот так. Вот видите, такая здесь улочка. Ну это моя воспитательница Елена, ее зовут. До свидания, Елена. Счастливо, Марк. Пока. Ну, это обычный город Виллиус. Но он обычный! О боже мой! Это же Вильнюс! Так, вот еще здесь люди походят. Сейчас мы идем в один магазинчик. Ну, вот. Это Елена здесь такая. Так. Да, мы сейчас побежим. И я покажу, ну это все наше, там десятка ходит, там еще только сына, для непонятливых на русском языке. Ну, там 33-й, там 33-й. Это, там типа три ножочки, это опять же Елена идет, шагает, идет на автобус, на десятку. Так. Так, вот, так, там какой-то бомж идет, но я не знаю его имя, хорошо? Хорошо. Да, честно, не очень. До свидания, Елена. Вы куда, на десятку? Ну, когда тебя просишь, то все наоборот. Я не вас снимаю, я теперь людей снимаю. Видите, такие здесь три ножочки. Вот, да? Вот так. Это три ножочки. О май гад. Теперь. О боже мой. О май гад. А теперь реклама. Внимание, внимание, я сделано в Германии. Сколько Германии лет? Это все ответ. Ха-ха-ха. Ну это у меня, ну, честно, конечно, я не буду это снимать. Так. Типа такой здесь. Вильнюсик. Сейчас мы сделаем яркость. Ну, мы застыли в такой позе, типа. Да все круче. Пока! До встречи на следующем видео! О май гад! Потратились и хватит. Так. Встретимся в Калининграде через 3 месяца. То есть через 2. И снова здравствуйте. Предлагаю вам посмотреть канал Лемриз. Самый хороший канал в России. Лайфхаки самые популярные и для ленивых. Итак, вы там найдете всяких опыта, найдете всяких штучек, которые вам подойдет. Видите, вот такие, ну, всякие. Ну, знаете. Типа, такие штучки вы найдете и на моем сайте, наверное. У меня Facebook. У меня 4 Facebook'а. Вы представьте, у меня 4 Facebook'а. Я не знал. Ну, так. Скажем к слову. Это 4 Facebook'а. Один может быть Мордехай Марк, это для евреев, из евреев. Ну, я еврей, наверное, это говорить. Где я родился вообще? Ну, второй Facebook совсем не еврейский. О, это мои Facebook'и.
Что я говорю? Добавляйтесь ко мне, друзья! Буду очень рад познакомиться! Ура! Так, до свидания. Встретимся в Калининграде опять же. Ну, как я говорил. Ну, до свидания. Еще напоследок сниму такие уголки. Типа, кушайте и валяйтесь. Так. У тебя такая. Оня! Аж норы кальбеть лютовишкой. Ха-ха-ха. Старый кальбеть лютовишкой. Старый кальбеть лютовишкой. Лютовишкой. Ну, типа, все на сегодня. Сейчас только покажем. Такой был пуканчик наш. Типа, сейчас. Это напоследок говорю. Такой. Типа, здесь такой, это мой, типа, домик. Все, до свидания. И до новых встреч. До новых встреч.